Время начала 10-го, Верона. Совсем немного осталось до начала оперы «Дон Джованни», на которую мы так хотели попасть. Площадь перед ареной заполнена то ли демонстрантами, то ли какими-то бастующими шарами. Все это, конечно, очень красиво смотрится, то, что они запускают в небо. Но мы пришли сюда не из-за этого. Вот панорама арены, арены в Вероне. Потрясающее зрелище, потрясающий масштаб. Нужно видеть тех людей, которые сейчас идут сюда. Толпы стекаются со всех сторон. Это пешеходная часть Вероны. Здесь не ездят автомобили совсем. К сожалению, нельзя взять на оперу ни видеокамеру, ни фотоаппарат, и там снимать не получится. Все, что можно показать, только здесь. Людей во фраках, в смокингах. Девушки, женщины, бабушки в вечерних платьях. Они идут сюда как на праздник. Огромное количество карабинеров. Были даже военные на джипах. Но никому не подходит, никого не трогают. Никаких препятствий не чинят. Вот таким вот составом мы идем на оперу. Сейчас попробуем определиться, где наши места. Я видео снимаю. Это намного интереснее. Пойдемте искать места наши. Я пошел с Ириной. Нет. Я быстро. Не могу понять, против чего можно бастовать в этом благословенном краю. Тут все настолько хорошо. Тут настолько все красиво, что... Ну да, и здесь. Люди идут в оперу. Пойдем и мы вместе с ними.